Сегодня мы будем превращаться в абсолютно рандомных мобов каждый раз, когда будем получать урон. Но самая главная сложность заключается в том, что мы можем стать не тем мобом, не в том месте. Но получится ли у нас выжить и пройти такой Майнкрафт? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, прямо сейчас мы находимся с Флаской в вашей любимой рубрике. Я хочу пиццы и какавы. Сегодня мы будем превращаться в мобов от урона. Ой-ой. Ну я тебя ненавижу, ну что, я сейчас умру. Все, больше нет у меня друга. Прости, пожалуйста. Ребят, чтобы вы понимали, мы уже миллион раз пытались пройти Майнкрафт, превращаясь в мобов, но у нас все никак не получается это сделать. Нет, я селедка под шубой сейчас. А, ну я начну задыхаться и сразу превращусь, так что нормально, все. А если бы я сгорел? А чтобы не повадно. У меня одно сердечко, если что, не бей меня лучше. У меня три. Какого фига у тебя одно сердечко? Я вон горела, я не знаю сколько. Потому что я в рыбу превратился, и у меня сразу до полутора сердечек все опустилось. Ну, сочувствую, бро. Я тебя еще ударю, ломомерыч, недоделыч. А я буду гореть? Я не горю. Уху! Ну ты пустынный, еще бы ты не горел. Ты только в аду горишь, вот. Потому что, ну, короче, гореть я в аду, понял? Понял, спасибо. Давай, добывай пшеницу, я пока верстак там скрафчу. Чертила недоделанная, чтобы в аду тебя это, сатана каждый день плеткой по заднице бил. И это мне говорит адское существо, существо, которое живет в аду. Ударь меня! Не хочу. Сейчас я сделаю хлеб и хочу поесть. Ладно, ударю тебя, но если ты превратишься чем-то, что горит, то у тебя... Не надо. Спряталась за верстак чисто. Не надо. Надо. Скажи, смотри, у меня какой-то сзади клапан открыт, видишь? У тебя вот это вот? Ну да, белая штука. Все, жоп тебе. Жоп тебе сутулый. Да нет. Ударь, ударь. Я тебя тоже ударю. Все, бей. Спасибо. Мне холодно. Дай эту, что, надеть есть? На голову себе надень. О, с кайфом, давай. Все, давай добудем пшеницу, сделаем побольше хлеба, и нужно нам уже переходить к убийству голема. О, звучит круто. Я чувствую себя серийным убийцей. Мне холодно по-прежнему. Ой, извините, что, могу ударить тебя? Не, дай мне что-нибудь, ну, типа, шарфик. Все, я с тобой больше не общаюсь. Столько для брони ушла. Давай в прятки играть. Так, где Фласка? Захожу. Не понял. Найди меня, найди, скрытик. Я пройти не могу, я лошадь. Вот твоя стерня судьба, мне найти, давай. Сейчас найду, подожди, не переживай, Фласка. Ты что, ломаешь все? Я думаю, как получить урон. Ладно, есть план. Сейчас я урон при падении получу от падения. Сейчас. И найду тебя на изи. Да. Мне мешает потолок. Ну, блин, Скретчи, давай ты просто сдашься и все. Нет, я не буду сдаваться. Во, я вот здесь урон при падении получу. Мне, в принципе, нравится. Кстати, а вы в курсе, что у меня открылся свой магазин игр? Так вот, сейчас, когда игры почти невозможно купить, это может стать вашим спасением. Вы можете как попытать удачу и попробовать выбить игру, так и купить ее со 100% шансом. Тут еще и Майнкрафт есть. Также тебя ждут подарки за каждую покупку и промокод на скидку в 30%. Ссылочка в описании. И поехали! Конь не получает урон пропадения, держу в курсе. Ну давай, ищи твою курузу, либо сдавайся, ты не потянешь. Да все, сейчас сломаю и зайду. Опа! Здрасте, давай посмотрим. Ой, жители ходят. А ты в курсе, что они тебя сдвинуть могут? Да ты придурочный житель! Я тебе только так... Все, я обиделась на него. Я даже не заметил, как он тебя сдвинул. Он меня не сдвинул, он просто ходит и... Нет, ударь меня разок. Давай. Смотри, он просто такой заходит, кстати, идеально. Он такой заходит, вот представь, что ты стойка, встань, просто встань. Ну ладно, давай. И он такой, знаешь, он такой идет, и такой идет, а потом еще раз такой, и пырит на меня, и ты такой, Фласочка, ты знаешь, что они вообще-то тебя палят? Все, у меня бомбануло. Ударь еще раз. Ладно, я буду одноухим свинопотамом. Так, все, пойдем, нам нужно разобраться с големом. Нет! Ладно, я жду, пока я задохнусь. Не надо, я помру, я задохнусь лучше на полсердечка. А, ладно, хорошо, ты пока что не ломай верстак, все, я сделала хлебушек, наконец-то я поем, а то у меня хп, чтобы ты понимал, одно. У меня полтора хп и... Я утонул, я стал после рыбы рыбой. Можно я весь свой дуроб заберу? Нет, это мое! Сейчас опять урон получу, только, пожалуйста, не тем, кто горит, и не водяным, и не горелым. Я в аду.
водяной, я водяной, сеструха, привет. Так, все, я делаю, знаешь, себе каменный топор. Нет, делаю каменную кирку и сделаю нам сейчас по-быстренькому каменные инструменты. Давай, братанчики, я пока посижу, хлеба поем, вообще с кайфом, блин, да, хлеба позахотелось с красной икрой. Пока фласка там прохлаждается, ничего, знаете ли, не делает. Я добываю булыжник, чтобы сделать инструмент. Это не я. Теперь ты не будешь ничего делать. Не, я также могу дать тебе свою фирменную двоечку. Не надо. Ну, единичку можешь дать. Давай. На. Ладно, неплохо. На, держи тебе кирку, топор. О, спасибо, брат. Я все сломаю. Я твой оруженосец. Пойдем искать голема. Нам нужно железо. Это просто какой-то кошмар. Нюхалка. Все, жоп тебе. Жоп тебе. Найди меня. Где же фласка? А? А где же, вот действительно вопрос, где... Все, я пошел голема искать, прости. Где жопа? Жопа жопная. Ну нет! Вот и сиди в этом теле. Чертила, вон путь грибной коровой. Я сейчас возьму каменный топор, и я тебя просто убью. Не надо. Ты видишь голема? Не бей. Ой, это голем? О, голем, смотри, нам даже строиться не придется. Привет, псина сутулая. Привет, корова грибная. О, слушай, ну твое так-то обиднее звучит. По факту. Бедный голем, как он сюда залез вообще? Я не знаю, он наверняка упал. А возможно, кто-то под него поставил ТНТ, подорвал, и он упал. Ну, это не точно. Но это не точно. Морковка. Смотри, Фласка, у меня, между прочим, для тебя есть гениальная идея. Какая для меня? Ты что-то придумал, где я могу добыть много ТНТ и продавать его? Нет, у меня другая идея сейчас. Не плюй! Псина. О, теперь ты очень жалок. Давай, плюнь, попади, давай. Да не надо, ничтожество, будь ничтожеством. Я не буду в тебя плевать, чтобы... Не, плюнь, я увернусь, смотри. Давай, плюй. Оп. Не получилось, не фартануло. Я проверяла тебя, я плювала не в тебя. Да, у меня... О, было близко. Все, пойдем. Я хочу в шахту вон в том желтом биоме, оранжевом. Давай, пойдем. Что-нибудь интересненькое там наверняка найдем. Я горю. Вот. Да нет, я ломаю. Все, я пополз. Пока. Я рыба фугу. Почти фугу. Пока. Не найдешь, маленькая рыбка. Ой, тяжелый случай, ребята, вы понимаете, у фласки шиза. Сколько у тебя хп? Я маленькая рыбка, у меня нормально. Так ты задыхаться начала, что ты меня бьешь? Не, нифига, у меня еще было одно это, пузырька одно было, не ври. Ладно. Пойдем, верблюдыч. Пойдем, копатыч. Я это, оселыч. Все, нам нужно тут, получается, что-нибудь интересненькое найти. Сгрызи. Чё? Осёл, а где твой Шрек? Всё, пошли. Да жопная, я большой, я не по... Ладно, давайте я уменьшу. Ща, я не достаю до тебя. Во. Ну, это неплохо. Газ там встало на секунду. Нифига себе. Я не прохожу. Думала, кто орёт. Я прохожу. Ну, нечестно, ну что? Почему каждый раз... Чего? Ты за слава-сла? Да. Всё, пойдем, заклинатель. О, смотри, ща будешь всех убивать на своем пути. Да. Если кто-то меня не ударит. Скрэти тяжелый случай, Скрэти, трышня, бегает, пытается. Смотрите. Не трогай корову! Блин, в этой шахте вообще ничего интересного нету. Но у нас есть ведро, точнее железные слитки, из которых мы сделаем ведро. И в теории мы вообще прямо сейчас можем отправиться в ад. Но нам кремень нужен, я случайно, правда, я клянусь тебе, я ломал верстак, а не тебе лицо. Клянешься своим компьютером. Да. Смотри мне. Ой, все, тихо. Косяк. Я гигант. Я буду всех давить, бежать и давить. Да ты не в ту сторону бежишь. Нам нужно кремень искать. О, блин, я слишком большой для кремня. Мне будет неудобно. Я уничтожу цивилизацию и человечество. Мозги. Хочешь тему, короче? Нет. Ладно, будешь гигантом. Я хочу суси. Дай суси. Нету, я кот. Я ломаю гравий. Ну так ты кот, ты рыбу любишь. Слови рыбы и суши мне организуй, пожалуйста. Сейчас, я один гравий добыл, мы из него выбьем кремень. 1325% успеха. Бегит здоровый Фласыч. Так, я делаю вот так и... Да чё ты эйкаешь? Добываем и... Да где...
Все, бед с башкой начал. О, все, добыл! Я делаю огниво! Все, сделал. Давай, готово. Нифига себе, ты им стал, у меня потемнело. Да? Да. Ой-ой. А ты корова, я думал, ты исчезла в огне. Блин, я себя спалила, вот я лох. Да, я так и не понял, я думал, ты померла. Блин. А ну-ка. Ну ты офигел, ты мне бесишь. Нет, я не попадал в тебя, я в курицу стрелял. Ты попал в меня, у меня есть реплей. Я сейчас сохраню, и ты это вставишь. Я вот так вот в курицу, бам. Так ты за спину мою. Фласка свалился благодаря Скрудж Макдук. Давай, рыбка, подбирай. Так ты! Ты за спиной моей не стой, когда идет Варден атака. Чел, нет, чел, ты просто погоди. Чел, я вообще ничего не вижу, чел. Ты это заставляешь все темнеть вокруг. Меня бесит, когда ты Варден. Давай ты станешь кем-нибудь другим, иди сюда. Нет, не надо, пожалуйста. Я хочу. Да я не вижу Варден. Вообще нифига. Да, я знаю, что нужно сделать. Че? Ладно, бей. Ладно, не бей. Ну ты бы видел, у меня тут чисто, знаешь, происходит, я не знаю, у меня мир становится синим. Сейчас я тебе скрин кину. Да все уже, можешь не кидать. Я забыл про то, что нам нельзя получать урон. Да, ну дурачок-то, это не лечится. О, зато на нас не нападает, еще халява, хайп. Ну что ж, ребят, мы сделали бесконечный источник воды, нашли источник лавы и можем теперь здесь строить портал. Смотри, а знаешь, в чем прикол быть пауком? А, во-первых, ты не получаешь... Ты чего, ты получаешь урон? Да, я хотел потом заползти на стену эту! Но я летать умею, мне проще. Кстати, да, настрой портал тогда. А в чем прикол? Погоди, я типа злоила или что? Нет, ты вообще-то Варден. Ой, этот Векс, вредина. А давно у них такие брови нахмурены? Не, недавно. Давай, строй портал. Куда? Куда? А куда? Ладно, дай мне, пожалуйста. Сейчас я все сделаю, не парься. Сейчас, смотри, профессионал покажет, как это делают гении. И потом ломать весь этот, что ли, ты предлагаешь? Все доски? Об этом я не подумала. Да, ребята, вот так Фласка и строит порталы в ад. Вот поэтому этим всегда занимаюсь я. Ну, вот из-за того, что ты этим всегда занимаешься, у Фласки мало опыта. Давай, делай. Не буду мешать. Так вот, у Фласки мало опыта в постройке портала. Ребята, пожалуйста, напишите скретчку, мол, учи Фласку и гладь Майнкрафт, ибо у нее стаж 2 месяца, вот. Да, тяжелый случай. Вот знаешь, ударить тебя захотел. А можешь меня ударить? Я не хочу быть поборником. Слушай, вот знаешь, до этого могла, но сейчас что-то передумала. Я так подумала, может быть, нет у меня все-таки друга по имени Скретч. Ура! Готов портал! Поджигаем! Не поджигается. О, поджегся. Нифига. Давай, нам нужно стать обоим чем-нибудь летающими. Тихо, полсердечка. Ты только скажи, только свистни, я бей. Все сделаю. Одним, все, сейчас хилюсь, бей. Но нет, бей, нет, еще бей. Полсердечка не бей, бей. Короче, отхавайся. Бей. Да за беспредел. Стой, ребят, в общем. Не писай в мои тапки. Ладно, сейчас я в кого-нибудь летающего превращусь и мы продолжим. Я летучка-мышка! Ура, мы идем в ад! А, с кайфом, а я злой Векс. Ага, только у меня всего 3 сердечка. Сочувствую, братан, у меня 5 или 6. Мы в аду! Ой, как тут ярко! Че я тебе скажу, у нас всего 1 попытка. Если мы помрем, то вещи все улетят. Да помрем-то это еще ладно. А вот если мы урон получим и станем рыбами, мы так и так помрем. Я это эндерперл нашел! О, слышь, прям нашел? Ну, убил эндермена и нашел. А точнее, конечно, до нас достать не могут. Ну-ка. Все, я полетел искать крепость. Давай, я пока с эндерменами разбираюсь. Ладно, в общем, идем. Я понял, почему у меня все ядерно-розовое и так далее. Я ж летучая мышь, она в темноте видит. О, слышу, звучит хайпово. Крепость. То, что надо. А! Нет, 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 нет. А, ну, все, ребята, на этом всем пока. Не мы опять не смогли. Нет, сможем, смотри, я сейчас задохнусь, получу 1 урон и кем-то стану. Смотри. Давай. Так, только не рыба еще раз. О, о, тотемное животное Скретча, козел. Не понял, ну да, козел, но это было очень стрессово для моего организма. Не волнуйся, нервы не восстанавливаются. Согласен, пойдем. А что они напали, потому что золотого ничего нет? Ну извините, блин. Ну вообще-то да, мы как-то вообще с тобой не подготавливаемся ко всему этому. Нам нужно куча-куча золотого. Фласка, ты где? Я не знаю, где ты? Я бегаю на том же месте, на котором я козлом стал. А, я вижу тебя, козел. Сейчас я разберусь с этими чертилами. О, арбалет. О, ты кыса. Ага, я тебя в тапки носу. Ладно, бей. Ребят, в общем. Невозможно пройти такой Майнкрафт. Если вам понравился ролик, обязательно влепите лайк. Напишите любой комментарий, можете что угодно написать. Вот, а мы... Все.
Видела, как я вовремя начал прощаться и в это же время умер? Не-не-не, не вовремя. Вот начал бы ты на секунд 20-30 назад, вот тогда было бы вовремя. Ну, с вами были Фоточка и Скретчи. Всем удачи и пока-пока. Да нет, я хотел в кого-то превратиться, а ты меня... Ладно. Нормас? Нормас.